Всем привет, мои подписчики, и те, кто не подписался, тоже привет. И я покажу вам, как я делаю своих котов-воителей. Кстати, я уже делаю третью часть. Сначала я, как всегда, выбираю фон. Ну, вот такой подойдет. Сначала я думаю, какого цвета будет мой персонаж, а потом как его будут звать. Он будет, вот, допустим, вот таким вот. Или вот таким. Ну, вот такой подходит. Теперь выбираю какие эмоции разные глаз. Вот такой вот. У него, пожалуй, будут зеленые глаза. Или лучше голубые. Давайте голубые. Теперь выбираем мордочку. Нет, это не подходит, это тоже. Как насчет этого? Этот тоже не очень. И этот. А, вот этот вот отлично идет. Теперь выбираем. Куда ты отправился, блин? Теперь выбираем. Ой, куда опять? Теперь выбираем, насколько серым будет эта часть. Вот так подходит. Теперь в каком направлении будут уши стоять. Ну, тут есть такая кнопочка удобная очень. Уши не обязательно делать одинаковыми. Можно сделать одно рваное, одно нет. Но я обычно делаю вот так вот. Просто по обычному. Какие же у него будут лапы? Такие вот подойдут, но, по-моему, ну я хочу немного другие, вот такие вот. Вот так вот. Эта лапа будет вот так и тоже такого вот цвета. Теперь выбираем, какой будет хвост. Игра, кстати, называется Avatar Maker. Теперь выбираем разные штуковинки. Транки, например. Но это нам тут не понадобится. Как всегда, я ставлю знак того, что это грозовое племя. Теперь смотрим разную одежду там всякую. И как бы питомцев. Вот светло-серый котенок, допустим, будет. Это будет. Ну, это, походу, девочка будет. Как же имя дать?
сорока. Сорочка — это вообще одежда. Сорока, по-моему, подходит. Хотя она не черная. Котенка будут звать Сераушка. Сераушка. А ее Синичка. Да, Синичка подходит. И всем пока, и до скорых встреч.